С 27 марта по 8 апреля на территории Татарстана проходит пиар-акция «Осторожно, мошенники». Цель акции – предупредить жителей о различных схемах, которыми пользуются мошенники, входя в доверие. Особо уязвимые категории – пенсионеры. В течение данной акции будут размещены листовки по предупреждению мошенничества. Это в местах массового скопления граждан, это в магазинах, в расчетных центрах, в Сбербанках, также возле банкоматов будут. В этих листовках будут размещены краткие инструкции. В первую очередь сотрудники полиции напоминают, что сегодня существует два вида мошенничеств, имеющих определенные названия – контактные и бесконтактные. Ходят какие-то граждане к людям, обычно ходят в дневное время, стучаться в дверь. Никогда первоочередное не открывайте дверь. Обычно пожилым людям звонят: «Мама, я попал в беду, нужны деньги». Иногда бывает, у нас такие случаи были, то, что сын позвонил одной из пожилой женщины, она даже не посмотрела то, что он действительно, она видела то, что он вечером ушел домой, а это позвонили буквально в 2 часа ночи, хотя он лежал в соседней комнате, спал. Наиболее часто случаи, когда мошенники используют способы продажи товаров на различных интернет-площадках, предлагают компенсацию за якобы некачественные лекарства, предлагают заработать и другие. По-прежнему основной массой таких преступлений совершается лицами, находящимися в других регионах России. Это, как правило, 90% таких преступлений. Из них 30% совершаются лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы. Сотрудники полиции предупреждают о необходимости быть предельно внимательными и тщательно проверять всю информацию. Сегодня в Заинске возбуждено 8 уголовных дел по фактам мошенничества.